Соя, сорт Prudence, клубеньковые бактерии. Эти семена я обрабатывали инокулянтом Хайкок соя. Протектор, я не помню, добавляли или нет. Ну, вот так вот получилось, что в целом неплохо. Достаточно неплохо. Хотя я хочу сказать, что таких вот претензий к другим инокулянтам у меня особо не было. Практически все работают. И неплохо работают. Здесь крупные. Таких крупных, конечно. Такие крупные, конечно, я редко вижу. Но все равно. Все так. Соя отцветает нижний ярус, цветет еще. Ну, верхний ярус цветет. Но она еще получается развивается, ветвится. Так что все впереди у нее. А до уборочного времени. Сколько же получается? Ну, можно сказать, 2 месяца. 2,5. То есть у сои у нас все впереди. Пусть развивается, растет, цветет, пахнет, становится сильной. Не ожидал таких бактерий.